Чему правительство гадает граждан в данной экономической ситуации? Значит, смотрите, страна ничего не производит. А хочет есть. А хочет жить. Мы стоим сейчас напротив какого-то сумасшедшего торгового центра, в котором я прошелся по магазинам, в котором цены неадекватные. Страна хочет это все потреблять, но ничего не производить. И это обломовщина, это лентяй. Страна лентяй. А другое дело, что, может быть, это же правительство и не способствует тому, чтобы страна производила. Я знаю людей, которые готовы производить. Я сам с удовольствием делаю свое дело. И какой-то валовый продукт от этого и есть. То есть финансовый оборот происходит в результате моих концертов в том числе. Я знаю людей, которые готовы заниматься малым бизнесом. Им это не дают. То есть, по сути дела, правительство признает, что та коррупция, которая в стране сейчас, то количество силовых ведомств, армия и прочее, которые сжирают весь бюджет, нам не нужны. Вот, ну, говорят об этом по-другому. То есть подвиньтесь вы, а нас... А мы хотим вот содержать аглоедов и бездельников. То есть у нас охранников 2 или 3 миллиона, но это нереально. Это очень много. Одни, значит, воруют, другие их охраняют. Ну а что же делать? Вот и отсюда и бюджет не срастается. Надо работать просто. Надо всем работать, правительство в том числе.